Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее мое видео будет о покупочках из зоомагазина для моих собачек. Зоомагазин называется Ася Дог. В описании под видео я вам оставлю ссылочку, кому будет полезно или кто заинтересуется данными комбезиками. Заказала в этот раз только одни дождевики, потому что сейчас у нас такая погода. То вроде тепло, а то дожди. И мне не очень нравится, когда после каждой прогулки ты приводишь собаку домой, и тебе приходится ее мыть полностью. Поэтому, а комбезики у нас были. Были они у нас в наличии по одному на каждого. И, знаете, приходишь, например, утром погулял. Дождевик, естественно, весь в песке, весь в грязи, весь сырой. Ты его стираешь, к вечеру он не высыхает. И вечером с собакой гулять уже, в общем-то, не в чем. И выходишь просто так, и собака опять вся сырая, и вечером ты ее моешь. И вот так изо дня в день, если, например, продолжительность дождя в течение недели, то бедная собака моется каждый день, что и мне не очень удобно, и для собаки тоже не есть полезно. Поэтому приобрела дождевики. В общем, Мишка у нас вообще вырос из всех дождевиков, поэтому все его дождевики остались Фили. Вот, и Мишке я купила 3 дождевика в данной покупочке, и один дождевик будет для Эвы. Итак, начнем с самого первого. Брала я дождевики из разных, так сказать, коллекций разного года. Поэтому первый вот такой вот дождевик. Размер взяла 14, и расцветка написана синяя, коллекция 2020 года. Итак, он у нас как раз для Мишани, потому что 12-й Мишани стал, ну, сказать, маловат. Мы, конечно, в него влазим, но я по нему вижу, что ему неудобно. На улице он, конечно, гуляет, но это совсем не то. Хотелось бы, чтобы собаке было удобно и комфортно. Мы уже примеряли, поэтому он у нас расстегнут. И сейчас я вам его застегну, покажу, как он выглядит. Вот так вот он выглядит. Он темно-синий, вот с такими какими-то бело-голубыми разводами. Кстати, тут, оказывается, есть птицы белые. Наверное, да, журавли. Обалдеть. Я просто думала, что он бело-синий-голубой. Но птицы. Внизу на брюшке он выполнен вот так. Все слитно. Вот тут вот на грудке, вернее, под передними лапами резинка. Вот тут у нас технологическое отверстие для мальчиков. Вот тут также на резиночке. Что передние, что задние лапы на манжетах, в которые вставлены резиночки. А данная модель без капюшончика. Горловина также на резиночке. Застегивается на 2 клепочки. Клепочки с логотипом фирмы For My Dogs. А, как у всех комбезиков, есть петелечка, на которую можно потом комбинезон повесить. Дождевик полностью расстегивается. И если вот расстегнуть шейку, то полностью абсолютно. Он без утепления, он просто вот такой вот, знаете, на теплую погоду, летний, весенний, в теплую осень, размер 14. В общем, вот тут есть у нас утяжечка. И вот тут вот есть такой вот потайной как бы карманчик, куда можно так пристегнуть. Или я порой вот так вот делаю, натягиваю на вот эту вот штучку и, оп, и приклеиваю. В общем, получается вот так. В общем, вот такой вот интересный комбезик. Взяла я его, потому что он темненький, не особо марки. Вот. Но нам они были нужны по очень такой необходимой необходимости, скажем так. Следующая модель также для Мишани. У нас был такой, он и есть такой. Точно такой же, только с рыжими разводами, но Мишаньке он стал тесен. У нас он 12-й, и теперь его носит Филюшка. Это также модель 2020 года, также размер 14-й, и окраска у нас черный с зеленым. Сейчас мы его также откроем, я вам его покажу. В общем, вот такой вот комбез. В жизни он смотрится, конечно, поярче, чем сейчас на видео. Вот тут вот капюшон с утяжкой.
расстегивается на спинке, и он уже не до конца расстегивается на спинке, вот тут на шее фиксируется. Он также легкий, внутри вот такая светло-салатовая подкладка. На брюшке есть технологическое отверстие для мальчика. Вот тут вот есть резиночка. На хвостике, вернее, у хвостика также есть резиночка. Все очень аккуратно прострочено. Оп! Извиняюсь, ускакал. А здесь манжет нет ни на передних, ни на задних лапках. Но внутри, вот тут вот сейчас я вам выверну, есть вот такие вот резиночки. И на задних лапках тоже. Что очень удобно. Кстати, не стягивают лапки, будет собаке очень-очень комфортно. На брюшке вот так вот все аккуратно прошито. Логотип фирмы For My Dogs. На груди также силиконовая такая вот бирочка. В общем, вот такой вот замечательный комбезик я взяла. Брала как раз именно легкие, чтобы сейчас гулять и летом, чтобы они были не теплые, чтобы собака не потела, не парилась, а именно вот так вот выйти, прогуляться. Также есть утяжечки здесь, на этой модельке две, вот здесь также. Вот, и точно так же такой вот потайной кармашек, куда можно будет эти утяжечки спрятать. В общем, вот такие вот модельки. Следующий, этот пока оставлю, открою вот этот. Это у нас также 14 размер, также модель 2020 года, написано расцветка синяя. Ну и голубая. В общем, вот такой взяла комбез. Он уже с капюшоном. Капюшон полностью отстегивается, он на кнопках. Кстати, во всех моделях, девочки, забыла вам показать. Нет, вот в этой модели что-то нет. Видать, срезано что ли. Вообще должны быть запасные клепочки. Вот, кстати, в этой модельке есть запасные кнопочки. В этой тоже всегда For My Dogs предоставляет запасные кнопочки. А, этой модели не нужно, потому что здесь нет кнопочек, что-то я не подумала. Подумала, что срезали, но совсем уже плохого мнения о продавцах. В общем, вот такой вот капюшончик, он полностью отстегивается. Капюшон также без подклада. Внутри голубая подкладка, такие вот, знаете, разводы, как форму военных. Очень интересная такая раскраска. Здесь у нас грудка такая вот вверх, в такой расцветке, как разводы. А сами штанишки такие, даже не знаю, серо-голубые, что ли, под металлик отсвечивает. И грудка точно так же под металлик. Вот тут вот есть у нас на грудке утяжка. Также вот тут вот у нас есть резиночка. Технологическое отверстие для кобелей, как положено. Лейбл фирмы For My Dogs. Также есть вот такая вот петелечка. Расстегивается на спинке и фиксируется на шейке. Дальше уже не расстегивается. Внутри такая яркая голубая подкладка. Мне очень нравятся модели вот у фирмы For My Dogs, которые застегиваются именно на спинке. Мне почему-то с ними очень удобно и комфортно. И собаки чувствуют у них себя прекрасно. Я, в общем, такими моделями очень довольна. Вот тут вот к рукаву идет такая ярко-синяя отстрочка. Манжеты на передних лапках, внутри также на резиночке. Смотрите, все очень аккуратненько прошито. Задние манжетики точно так же внутри на резиночке. Вот. И шейка на утяжке. Также и вот тут вот на груди и на талии. Также есть утяжечки, вот они. И точно так же есть вот такой вот питание клапан или кармашек, куда можно эти утяжечки спрятать. В общем, вот такие вот комбинезоны я взяла для Мишани. Мне они очень понравились. Понравились тем, что они не особо марки. Будут хорошо носиться. Сами модели мне тоже понравились. Надеюсь, что данные модельки понравились и вам. Вот так вот я вам пододвину, чтобы было их лучше видно. Ну и последний комбез, который я купила, это у нас для Эвочки. 12 размер, цвет розовый и модель 2019 года. Написано, что это дождевик цветы.
Сейчас откроем, посмотрим. На картинке он был представлен, конечно, гораздо ярче, чем он есть на самом деле. Но на безрыбье рак. Рыбу у Эвочки у нас всего, по-моему, один комбез. Или два, я уже не помню. Ну, в общем, вот такой вот я приобрела. Посмотрите, какая тут красивая молния. Во-первых, она сама по себе вся разноцветная. И плюс еще вот эта вот отделка идет такая блестящая. В общем, я как ворона или как сорока на все блестящее ведусь. В общем, вот такой вот комбезик. Здесь также присутствует капюшончик, который полностью отстегивается. Также это модель на весну, на теплую или на осень. И на лето, без подклады, без всего. Вот у нас капюшон отстегнулся. На шейке есть утяжечка. Также есть вот тут вот петелечка, на которую можно вешать. Запасные кнопочки. Тут они у нас рыженькие почему-то. Потому что они у нас рыженькие на капюшоне. Итак, также моделька расстегивается, начиная от хвостика и до шейки. Дальше уже не расходится. Внутри подклад такой тоненький. Обратите внимание, что это женская, но девчачья модель. И тут уже никаких технологических отверстий нет. Вот тут вот вставлена резиночка, чтобы собаке было аккуратно. И ткань такая тоже, как будто бы под металлик переливается. Собака будет полностью чистенькая. Вот тут вот отстрочка по рукавам идет ярко-рыжая или ярко-оранжевая. Прекрасно молния застегивается. На талии резиночка. И вот тут вот на груди и почти на талии есть у нас утяжечки. И также есть потайной карманчик, куда все эти утяжечки могут убираться, прятаться. В общем, вот такие вот модельки у нас присутствуют. Я вам обещала показать на ком-нибудь из собак, но у меня все собаки спрятались. Сейчас попробую позвать Мишу, если он придет. Миша! Мишенька! Миш! Иди быстрей! Миша! К сожалению, у нас Мишка идет. Девчонки, где ты идет? Миш! Иди быстрей! Иди быстрей, мой сладенький! Давай померяем костюмчик. В общем, девчонки, Мишка пришел. И сейчас мы с вами и с ним померяем комбинезоны. Давайте начнем вот с этого. Мишань у нас небольшой, конечно, поклонник примерки. Но раз он прибежал, Мишань, покажись нам. Скажи всем привет. Миша! Миша! Ой, вот такой вот он у нас. Красавчик. С таким, скажем так, своеобразным характером. Но очень-очень ласковый. Это у Мишки не отнять. Странно, что он сегодня не со мной. Обычно он всегда там, где я. Итак, сейчас мы примерим вам комбезики. Вот так вот у нас застегивается комбезик. Вот так вот он выглядит на Мишане. Сейчас я чуть-чуть приподниму камеру. Мишенька! Солнышко, Миша, покажись нам. Вот так вот на лапках смотрится. Кстати, тут у нас лейбл фирмы For My Dogs. Вот так вот на Мишеньке смотрится. Вот так вот у нас выглядит комбез на грудке. И если кому надо, можно вот тут вот затянуть. Сейчас я... Да, Миш, не любишь ты примеряться. Вот так вот утягивается. В общем-то, на Мишке он смотрится и сидит хорошо. Размер ему в пору. В общем, вот такой вот комбез первый. Сейчас попробуем померить еще два, если товарищу Мише не надоест. Мишанечка, давай, солнышко. Опа! Миша! Мишань, иди ко мне. Иди, не убегай. Садись. Молодец. Мишанчик, ну надо, солнышко, давай поработаем чуть-чуть. Давай. Давай. Вот. Давай. Оп. Сейчас мы померяем зеленый комбезик вам. Давай, Мишань, ставь лапки. Где лапки? Оп. Лапки нашли передние. Вот тут также капюшон... не капюшончик, а шейка с утяжкой можно затянуть.
Вот так вот мы вставляем лапочки. Давай, давай, Миша. Ой. Вот так вот. Тут вот также можно затянуть, но я это делаю крайне редко. Вот тут также можно затянуть. В общем, вот такая вот моделька. Мишенька, солнышко, красавчик. Давай присядем. По длине он нам как раз. Мишень, садись. Ну, не бойся. Да не бойся ты. Вот так вот собака в нем сидит. Миш, удобненько? Вот такая вот моделька. Кстати, модельки, которые без капюшона, мне почему-то нравятся больше. Нет, с капюшоном они мне, конечно, тоже нравятся, но просто мы когда с Мишкой гуляем и накрапывает дождик, Мишке капюшон почему-то мешает. Он ему падает на голову. И Мишка... Миш, не надо. Мишке это не очень нравится. Да, да, целоваться, да. Давай одеваться. Целоваться будем потом. Так, одну лапку одели. Давай. Вторая лапка где, Миш? Миша! Вот вторая лапка. Сейчас я зафиксирую данный комбинезончик на шейке, чтобы уже было проще одевать его. Все, зафиксировали. И уже дальше это просто мелочи жизни. Так, тоже хорошо, быстренько одевается. На Мишане сидит хорошо. И также очень удобно быстро застегивается. Вот такой вот комбезик. Мишанечка, посмотри на меня. Молодец, умничка. Давай присядем. Давай. Ну, садись. Ну, не бойся, не бойся. Можно. Можно, садись. Вот так вот собачка сидит. Сейчас я вот эти вот уберу, чтобы они не сливались. Миша, ты молодец. Обязательно сейчас дам тебе вкусняшечку. Ты работаешь, да? Вот так вот он выглядит. Сейчас мы покажем вам, как... Ой, данная моделька... Миша, не бойся. На брюшке. Ну, вот наш свисточек немножечко там застрял. В общем, вот так вот полностью на грудке все хорошо. Все очень-очень качественно сделано. И на улице это просто сейчас у нас так немножко получилось. На улице собаке комфортно. Он делает свои дела так, как... Ну, делают это кобели, никуда он не попадает, я имею в виду, к себе в комбез. Все как положено. В общем, вот такие вот три комбеза, которые были куплены для Миши, мы вам померили. Эву трогать сегодня не будем, она куда-то уже улетела. Так что на этом мое видео будет подходить к концу. Как обещала, да, наконец-то я исполнила ваше пожелание, что... видео про одежду вы хотели видеть с примеркой. Вот вам примерочка. Буду исправляться. И в следующих видео, также, где у меня будут покупочки из магазинов или с Алиэкспресс, буду делать вам примерку. Спасибо вам за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Желаю вам огромного здоровья, хорошего настроения, море позитива. Мишенька, давай скажем всем пока-пока. Всем пока-пока.